Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj patrzcie, co dla was mam. FIFA 12. Mi się domyślę. Taki piękny mecz. Że szok. Nie dobrze. Футбольного матча приветствую вас от себя, Юрия Розанова, и от Василия Соловьева, который рядом со мной. Ну что ж, Василий, я думаю, что нам сегодня последнее, чем следует заниматься, это делать прогноз на старт поединка. Да уж, трудно себе представить более равные команды, чем те, которые находятся сейчас на поле. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Получает мяч. Опасно! Вышел вратарь из ворот, чуть-чуть сократил угол обстрела, но все равно форвард должен был забивать. Это точно. Выход один на один, это, ну, стопроцентный должен быть гол. Головой наносит удар игрок. Мяч у вратаря. Это красиво, но, как говорится, для девочек. Похоже, атаку трудно. Потащил один удар, но может быть и второй. Уже не могу себе привычать. Прям сквозь строй прорывается, а мяч не теряет. Вот момент. Вот стартового свистка арбитра до первого гола прошло 8 минут. Дурацкие. Ничего не придумали. Кончилось дело неточным пасом и перехватом. И обратно. Чистенько, аккуратненько на план. Голкипер в порядке. Вот такая борьба, суета, штрафное. А чем это дело закончится, я лично не понимаю. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается. Неточность, соперник мяч перехватывает. Муравский. Попадает мяч в арбитра, не часто такую ситуацию увидишь. Думаю, надо бить и забивать. Удар и вынимай. Дальше по бровке. Тут не так просто чисто сыграть, потому что аут возможен, но в данном случае все получилось. Играйте, играйте, показывается. Правильно сработал судья, дал доиграть и лишь потом просвистел. И голкипер спасает свою команду. Ну вот и все. Браво, голкипер. Несколько раз подряд выручал команду и в конце концов выручил окончательно. Так. И футбольные люди при выходах один на один часто говорят, и вратарь на месте. На месте? Да еще на каком? На нужном месте, на правильном. Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась, или это комментаторский штамп, но я думаю, что понят буду верно. Так, так, а дальше? Я не очень ожидал потери мяча, но она случилась. И
Не удалось сохранить мяч прорывавшемуся игроку, и он переходит соперника. И сейчас мы штрафной с вами посмотрим. Так есть. Опасно! Забили, забили! Увеличивается. Можно пофантазировать, а с полом будет велик конца матча. У меня фантазии не хватает. Вот настоящая сказка о Колобке. Я от защитников ушел, я вратаря обвел. Я в воротах. Гол! Если вратарю надо памятник поставить за этот момент, пусть ставит. Но я скажу так, в такой ситуации игрок обязан забивать. Ну как-то примитивно сыграл, мне кажется. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Думаю, надо бить и забивать. На этот раз мимо. Ну так не все время же забивать. Ага, защитников, значит, мы не боимся. А вратаря боимся, что ли? По воротам кто будет бить? Он заслаб, сильный склад. 12-11. Думаю, надо бить и забивать. И в этой ситуации отмечу, что голкипер сохранил, что называется, нервы. Да, он хладнокровен был, он ситуацию контролировал. А вот игрок, мне кажется, как раз психанул. И похоже, что скоро будет удар. Это шанс. Удар, гол! Второй гол. Второй персональный гол в нынешнем поединке. Я думаю, что тренер команды соперников должен сделать какие-то выводы, оставляет без присмотра раз за разом. Мало того, что сам герой, еще и дают бить поворот. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. И похоже, был офсайд. Да, арбитр свистнул, положение вне игры. Если есть футболист, который так обходит защиту, то он может играть один в поле. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар. Удивительное дело, но мяч не попадает в ворота. Потрясающе. Я просто поражен. Как? Думаю, надо бить и забивать. Неожиданно. Согласны? Хорошая игра, но я думаю, что еще 45 минут у нас есть, и мы имеем право, по крайней мере, каждый для себя, ожидать еще более интересного. Честное слово, я даже рад, что сейчас перерыв, потому что можно перевести дух. Муравский. Не получилось ничего в этой атаке. Явное превосходство защитной линии. Думаю, надо бить и забивать. Подает штрафную. Закончилась атака ничем. Будет удар от ворот. И в таких случаях трибуны всегда взрываются аплодисментами. Хороший пас. Опасный момент. Мяч штрафной, он бесхозный. И теперь посмотрим, ошибется ли соперник. Передача ровно так же.
Атлетико обороны. Вовремя мешалась защита и перехват. Классная передача. И вот он, удар по воротам. Располагаются и те, и другие в штрафной. Цепляют друг друга, не без этого. Есть основания думать, что сейчас появится новый игрок. Впечатление, что с мячом он расставаться любит не слишком. И за боковой будут вбрасывать. С учетом стартовой скорости, конечно, нельзя было его сюда отпускать. Матч не остановлен, хотя арбитр не остановил игру и лишь затем раздался свисток. Куравский. Хорошая оборона, согласитесь. Удар приходится в полевого игрока. Как чисто сыграно, а ведь здесь рискованно идти в стык. Тут можно получить пенальти. Забирает мяч соперник. Думаю, надо бить и забивать. Штанга, мяч в игре. И арбитр фиксирует взятие ворот. Превосходство одного соперника над другим становится все более и более явно. Не прошла атака по флангу. Нет нарушения правил. Использует свои сильные стороны. Дриблинг хорош, он это умеет, вот и тащит. Думаю, надо бить и забивать. А это гол! Великолепный гол, хотя бы тем, что он третий. Да это же уже хет-трик, уже хет-трик. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. И посмотрите, обходит игрок защитника. И где же он, адресат? Обыкновенное дело. Суровая борьба. Все хватают друг друга. Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. Шанс забить. В эпизоде хорош, но это еще не все. Мяч в игре, и он рядом с воротами. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Ну и, кажется, атаки конец. Ну же! Уж не знаю, может быть, силы его покинули, пока он к воротам бежал. Но как-то вот на удар-то хороший его не хватило. Мне вот гораздо интереснее, о чем он думал, когда бежал в этот момент, а? И вот он, перехват и возможность уйти в контратаку.
Муравский. Не надо смотреть, не надо искать кому пас отдать. Может быть, будь у игрока меньше пространства, меньше времени, он бы как бы и более экономно сыграл. А здесь ему казалось, что забивает он как угодно, а вот не забил. Да, что-то расфантазировался. Определенно, абсолютно надо добавить свежесть. Итак, команда лидер, но и лидеру замены нужны, тем более, что правилами футбольными это не то, что дозволено, а еще и рекомендуется. Рашицкий. Центра. Рашицкий. Выдохнули зрители, закончилась атака. Ждем новой, теперь уже от другой команды. Начинается она с удара от ворот. Отличная передача пяткой. Ну и последняя точка. Хороший момент. Кроме голкипера. Кураже сегодня парень. Все, что имел, забил. Это не просто так. Это не голый фарт. Это вот накачка, подготовка и уровень формы. Хочется вот встать и аплодировать ему прямо на трибунах и кричать что-нибудь хорошее. Не могу придумать что. Вот она продолжается, демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом. Столпотворение в штрафной. И удар со второго этажа. Арбитр свистит и показывает на центр. Игра завершена. Даже было ощущение, что поле покатое. Потому что если бы было несколько мячей, они бы прям вот так вот скатывались бы в ворота. До еще лучшего футбола. Прощаюсь с вами. Юрий Розанов вел репортаж об этой игре. Gole samobójcze. Nie ma. Patrzcie, jakie statystyki dobre. O! Aha! Udane dośrodkowania. Pięć tylko. Uważam, mecz jest skończony. Do zobaczenia. Bye. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i ja się z wami żegnam też. Do widzenia. Cześć.